синем тазу с ручками. Он большой таз. Поэтому таз называют, да? Сейчас находится 100 груш сорта Черный Принц. Причем они не дозрели. Потому что зреют они поздно. Сегодня 6 сентября. Просто они в этом году из-за обилия дождей. Ну, как они больше размером, да? Поэтому дерево их не выдерживает, вес их не выдерживается, и они падают просто. Я их собрал вот. А их больше там. Здесь 100 лежит, да? А там я вижу раза в 4 больше. Еще. Это 500 груш, если еще не больше, да? Еще и на дереве, на дереве еще висят. Вот такое количество. Я специально посчитал, сколько выйдет вот этих 100. Вышел мне полный даже таз. 100 груш. 100 груш собрано 6 сентября. Они упали в траву с дерева груши сорта Черный Принц. Он такой коричневый. Должен быть темно-темно-коричневый. Но я говорю, он не дозрел. Из-за сильного веса, из-за большого веса, из-за более большого веса, чем обычно, он нападал. Поэтому пособирал, специально пособирал. Ну, сделаю отдельный плейлист. 100 груш, собранных 6 сентября в синий таз. Да? Вот для него и снимаю широкоформатно. Будет этим, как его называется, титульным видеороликом. А самих груш еще вон хватает. Вон. Я говорю, где-то 4 раза больше, чем в тазу.